тапир. Это примитивное животное, не претерпевшее изменений на протяжении миллионов лет. Эволюция доказывает, что доступные и понятные вещи всегда выигрывают. Чем проще, тем лучше. Особенно, когда дело касается идей. Допустим, вам нужна идея. Вы собираете коллег и более или менее креативных знакомых. Рассказываете им про бренд, ставите флипчарт и готовитесь записывать мысли. Знакомо? Процесс создания идеи всегда проходит по одному и тому же пути. 2 часа брейнсторминг за столом, стеклянные переговорки, распечатанный бриф, может быть даже пирожные и чай. Вы собираете это в многослайдовую презентацию, перечитываете и... А где идея? Гениальные идеи почти никогда не приходят сразу. Большинство проходит процесс эволюции, пока вы добавляете к ней детали и отсекаете ненужные элементы. Путь к успеху – это в первую очередь простота. Самые гениальные вещи всегда самые простые. Taper Creative. The simpler, the better.